несколько лет назад все началось, мы с ней познакомились. Познакомились мы с ним на дне рождения моих родных. Я туда приехал, честно говоря, не хотел даже ехать в этот ресторан. Но когда узнал, что она будет там, я поехал специально для того, чтобы ее увидеть. Когда он подошел ко мне и позвал на медленный танец, я, естественно, сразу же согласилась, потому что мне безумно нравился. Не знаю, когда мы начали танцевать, я поняла, что реально это мое, я с ним нахожу общий язык. Да, я его знала всего лишь несколько часов, но мне вскружило голову. Поехал, увидел и попал, как говорится. Через несколько дней мы начали общаться, начали созваниваться и поняли, что мы во всем друг другу подходим. Я понял, что она для меня многое значит. Я понял, что хочу до конца своей жизни проводить только с ней. И в течение этих лет она меня многому научила. Научила меня жить, научила меня любить. И ее смех, ее глаза, они просто сводят меня с ума. И вот по сей день мы вместе. Я безумно благодарна Богу за то, что я нашла свою любовь. Рано, потому что многие годами ищут, и им не удается найти свою вторую половину, она у меня уже сейчас есть. Я хочу каждый день ее видеть, каждый миг, каждый час, и я хочу всем говорить, что она моя, только моя. И я буду делать все для того, чтобы она была счастлива рядом со мной. Я добьюсь всего того, чтобы мы были счастливы. А для этого мы уже начинаем, мы... Сейчас вместе, и это уже хорошо. Вот это надо отрезать, это что-то лишнее, я сказал. Вот. Мне нравится проводить с ним время, потому что он реально юморной, он клёвый, он настолько романтичный. Он, в отличие от меня, он помнит все даты, все наши праздники, все наши юбилеи. Он безумно романтичный. У него фантазия, его сюрпризы, его подарки всегда кружили мою голову. Ее глаза сверкают, когда она рядом со мной. Я вижу, что она меня любит. Я вижу, что ей хорошо со мной. Я хороший парень. И тебе на самом деле повезло. Со мной. Я посмотри на меня. Ну и что, что, что? У всех есть свои минусы. Ну и у меня есть, и у тебя, и у всех есть. И что? Ну, по большому счету. Это история нашей любви. Ну вот наша любовь. Давайте я расскажу сейчас, как все есть на самом деле. Рассказывай. Все, что ты видишь, это тебе. Я тебя очень сильно люблю. Держи.